просто меня слушать. Плохого я вам не скажу. Это не в моих интересах. У вас будет очень четкая задача у каждого. Маленькая, скромная задачка, которую элементарно выполнить, ладно? И, пожалуйста, делайте это. Хорошо? Спасибо вам большое. Я надеюсь, мы с вами сегодня быстро и весело снимем этот незамысловатый клипчик. Все, спасибо. Внимай, да, на камеру. Лена, давай! Давай. Если вам не очень сложно, займите все свои места. Значит, хорошо, если не удастся, бог с ним, не надо запросто, там камни, это опасно. Тут какая-нибудь сумка, что-нибудь. Нужна сумка, которая упадет, из которой все выпадает. Ты начинаешь, естественно, плакать, все это собирать, ты начинаешь ей помогать, вы стоите. Все, камера между, в этот момент пройдет между вас. На самом деле, большой драматургии здесь не надо. Привет. Сереж! Привет. Давай нормально, что ты тут это? Ну почему у меня ноги вот так вот? И я писала тебе в жопу, вот ты не подлежишь. Типа, ну иди отсюда, пошли. Да, нормально, давай. Так давай сейчас по времени. Завтра. Жопа, иди скажи. Что ты только что сказала? Что ты мне так смотришь, я просто не слышу, ты там что-то говоришь. Будем сейчас у меня жить. Мы не будем сейчас спать, все. Сейчас, Саша, на пол. Вот теперь не лыбься там за камерой. Я берешь... Что за дела вообще? Прикинь, я подойду, буду с другом разговаривать, я возьму так толкну. Что такое? Ой, и вот я падаю.